Олег Алексеевич, Чук продолжает оставаться вожаком, и я смотрю, опять белые львы ему в помощь. Пока, да, но у нас в этом году мы немного выпускали львов. Конечно, если выпустить еще больше львов, то вожак поменяется. Но для того, чтобы Чук сохранил свои позиции, мы выпустили там прайд таких, ну, не сильно агрессивных львов, хотя там растут пара уже таких претендентов на трон, что называется. Вот, поэтому больших боев за лидерство в этом году в сафари нет. И Чук пока остается, тем более его старые друзья вон выходят здесь, белые львы. И пока еще пусть поцарствует, да? Ну, смотрите, белые львы тоже эти долгожители, они еще предыдущему вожаку на Теон сходить помогали. И к этому вожаку хорошо относятся. В то же время они не претендуют на лидерство. Почему? Ведь их двое. Не лидеры, да? Не лидеры. Потому что лидер должен быть один, да? Чука. Чука. Ай, Чука. И даже сейчас вы подошли, они отошли в сторону и уступили место двум вожакам. Да. Да. Жара. Жара. Ну, то есть сейчас для них, в принципе, не жара. У нас там 30-31, в Африке 35. Для них это обычная их температурная обстановка. Тем более в саванне столько тени, воды. Вот. Это не высохшая от зноя пустыня Намиб или где-то саванна в Африке. Да. Еще раз повторюсь, у нас много новых подписчиков, и каналы скоро начнут становиться миллионниками. Вот для всех всегда остается вопрос. Какой секрет у вас? И как эти львы передают друг другу? Ведь новые поколения входят. Как они передают, что вы главный? Почему вас не можно кушать? Львы общаются между собой на своем языке. Вот, и это я точно уже знаю. Вот, плюс я могу найти... Привет, привет, привет. Да, 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 привет. Ты на меня хочешь завалиться, нет? Завалиться на меня хочешь, нет? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Секреты в Тайгане, в общем-то, простые, известные. Это общаться с детства со львами. Вот, это находиться в саванне с ними, на одной волне изучать их повадки. Это применять тапок, конечно, когда нужно. Вот, поэтому, да, да. Как за тапок заговорили сразу. Завалился. Чука завалился, да? Как старые добрые времена, чтобы вы поберегли его сон. Чука. Ай, Чука. Вот. Чука уникальный лев. Большой, умный и добрый. Каждый, и грозный, когда нужно. Каждый лев может быть щуком таким. Не. А дай мне тапок, Таня. Дай. Сейчас. Помнишь тапок? Сейчас. Где тапок? Где тапок? Тапок, что такое? Тапок, о? Да? Чука. Чука, тапок, да. На тапок. Ой, кушать тапок не можно. Чука. Вот мне кажется, некоторых львов, как и людей, вот сколько ты не вкладывай в него, все равно добрым не будет. Как? Говорю, вот в некоторых львов, мне кажется, как в людей, сколько ни вкладывай, все равно добрым не будет. Ну, бывают по характеру такие. Бывают. Пошел по делам по-царским, да? Давай, давай. Скажи, я к друзьям. По тюшке. Ну, как-то так. Недалеко лег.
мусор. Все такие раз выстоялись. Директор приехал мусор собирать. Так и нет уборщицы, да, в саванне? А? Уборщицы в саванне так и нет? Никто не согласился на эту должность. Все приходится самому. Ай, здорово. Ай, здорово. Ай, здорово. И ты красиво. Ну да, красивая девочка. Хорошая девочка. И вы все красивые, да? Все красивые. Сюда пошли. Сюда пошли. Боже, Олег Алексеевич, посмотрите, в какой прекрасной форме. Тот самый лев, на который сказали уже похороненный, да, уже. Сто раз похороненный. Он еще и за девчонками убивается. Это да. Но ушел, лег подальше. Хотела снять поближе. Опа. Привет! Ребята! Банда! Ай, какие красивые! А. Ай, какие хорошие! Привет, привет! От греха подальше. Где ваши девчонки? Вы сами ищут. Они чуть-чуть, этот пять переместился, да? Поменяли дислокацию сюда поближе. Ну, каждый год львы эмигрируют по саванне и ищут новые места себе в зависимости от времени года. Этим сейчас в этих кустах нравится. Вот, видно, набеги легче совершать на соседний прайд. Вот. Также удобно к посетителям. Вот они, мостки, а вон и девочки. Идут от посетителей, видно, мясо подъедали. Там где-то. Как вы одинаково стоите со львом. И в одну точку смотрите. Сегодня неплохое настроение. Ну так себе скажи, да? Так себе настроение. Так себе настроение. Есть никого неохота точно. Он ищет тенечек. Проведали львов. Вставание. Спят. Под вечер, может быть, и не отказались от куска мяса, конечно. Но сейчас никакого интереса нет у них. Ну, там львицы лежат, ждут, пока что-то упадет. Привет. Сверху. Мяса нет. Даже я не сильно их дала. Так, на всякий случай. Он уже. Собака ждает. Скоро собака станет красно-желтая. Она в скупе станет красная. И саванна будет очень красивая.